Всем доброе утро, друзья. У нас завтрак в отеле. Настюша, расскажи, что ты взяла на завтрак? Я взяла на завтрак блинчики свеженькие. Я макать буду у них. И шоколад. И чаек вон я сделала тебе с лимоном. Я себе взяла блюдо номер один. Две сосисочки, омлет, проростки пшеницы, хумус. Так, блюдо номер два. Я взяла вот такие блинчики с растопленным шоколадом, кофе и клубничный йогурт. Смотрите, я взяла себе еще масло, белый сыр. Хочу намазать на вот этот блинчик и взяла семена чиа. Хочу добавить в йогурт. А мы, друзья, пришли уже на пляж. Вот начинается наш пляж. Настюшка пришла на пляж. Здесь получаем полотенчики. Turtle Beach. На таких машинках мы ездим до нашего отеля. Смотрите, друзья, мы только что наблюдали, как на пальму залезли спасатели, работники отеля. Здесь fly fish. И Настюше отрезали, дали угостить кокосом. Сейчас его чистят. И Настюше дадут попробовать молоко. Вот, смотрите, это орех. Ой, еще что-то принесли. Что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Кстати, снимаю на YouTube. YouTube channel. Small, маленький. Ну. Вот такой вот орех внутри. Дали стаканчик и сказали, можно попить молоко. Блин, ну их тяжело, конечно, почистить. Вот и молоко долгожданное. В этом орешке кокосовое молоко. Вот. Настя, видишь, сколько в орешке? Маленькое такое. Орешек и молочко. Ю. Ты будешь пить. Поздоровалась потом, а ты будешь пить. Да. What? It's very small. Small. What? Nothing. No? No. Small. Okay. This one's gonna be this one. Ага, заберу. Ну, пробуй, Настюша. Пробуй ты. Ну как? Пробуй. Ну, пробуй. Окей, да. Супер! Покажи, что тебе дали. Что тебе дали. Вот что мне дали. Вот. Вот такие вот штучки. Класс. Открой мне вот эту. Сейчас я открою, подожди, дай я засниму. Вот,
Вот, кстати, мужчины очень классные. Thank you, thank you. Переоделись и идем от нашего номера на обед. Настюша взяла с собой книжечку. Покажись, какая ты красотка. Вот. Вот такая, да. И идем на обед. И вон я в черном платье. С мокрой головой еще, ну ладно. Это десерт после макарон, Настя. Хорошо, тебе еще супчик с пампушкой. И все макарошки. Наггетсы кусай. Черепаху, тортилу или кого-нибудь еще. Вечерняя красота, да? Я когда-то видела, что тут как-то... Такой верблюдик в кустиках спрятался.